И снова здравствуйте! Этим видео я открываю серию выпусков по моноколесу Kingsong S18. И в этой части я расскажу о технических характеристиках, расскажу, какие я вижу сильные и слабые стороны, а также поделюсь тем, почему эта серия далась мне так тяжело. Давай заставку! Начну я с того, что я очень ждал выхода этого моноколеса. Глядя на мотоциклетные очертания в презентационных роликах, я в него влюбился сразу. Но как человек опытный, отлично зная, что компания Kingsong традиционно факапит все первые партии моноколес, я решил воздержаться от предзаказа. Ну а правильно ли я сделал, вы можете решить сами, после просмотра данного ролика. На обзоре у меня серийный образец из первых партий. И честно говоря, со стороны он выглядит все так же офигенно. Но давайте посмотрим ближе. И вот тут меня, прирожденного кинестетика, постигает разочарование вселенского масштаба. И причина даже не в том, что C18 вблизи напоминает вовсе не мотоцикл, а скорее холодильник. Причем 80-х годов. И чтобы придерживаться этого стиля, мягкие вставки выбиваются из корпуса на разную величину. Но есть бонус. Закреплены они настолько фигово, что вы без труда можете подправить руками, чтобы выглядело ровно. Но надолго этого не хватит. Это колесо почти новое, но часть элементов уже отклеилась. В общем, привет Бирюса, Свияга и Минск. Сами подушки, если их так можно назвать, дерзко выпирают и при этом достаточно жесткие. И с непривычки могут натирать ноги. Я искренне надеюсь, что их со временем заменят на что-то более мягкое, ортопедическое. Все остальные движущиеся элементы конструкции открыты, поэтому, несмотря на то, что само колесо покрыто защитным кожухом, пыль и грязь сюда попадать будут, что вряд ли положительно отразится на работе подвески. И если уже заговорили о кожухе, то его видимая часть скорее напоминает крыло дачной тележки, а не мотоцикла. Сама подвеска, несомненно, революционна и разработана технически очень достойно. Но сборка первых партий приятных сюрпризов, увы, не принесла. Что-то где-то трется, задевает, клинит. С вашего позволения, я не буду на этом останавливаться, поскольку я уверен, что компания Kingsong традиционно все исправит. Ну, со временем. Корпус колеса достаточно широкий. Вполне возможно, найдутся те, кому это будет неудобно. С весом колеса тоже случился конфуз. Был заявлен 21 кг. На деле же устройство весит почти 26. Вырезы в корпусе автоматически служат упорами для прыжков. Идея в целом отличная, геометрия выреза тоже удачная. Но вот реализация мне не зашла. Стопа райдера соседствует с проводами, и последним такое соседство явно не в радость. Педали достаточно длинные и широкие, покрыты шкуркой. Шипов традиционно не имеется. У данного нового колеса пружинный упор сломался сразу же после покупки, поэтому одна педаль не держится в закрытом положении. Думаю, в последующих партиях и это также исправит. Ручка – это отдельная тема. Раскладывается легко, высота ее составляет около 97 см. Ширина колеса и его конструктивные особенности позволили расположить ее поперечно. И это неплохо, возить колесо за нее очень удобно. Казалось бы, идеальная ручка, что еще нужно? Но, увы. Во-первых, если вдруг вы случайно почувствовали, что роняете колесо, вам будет не за что его подхватить. В сложном состоянии ручка спрятана. Во-вторых, за эту ручку вам предстоит поднимать и переносить колесо. Для этого реализовано среднее положение. И все могло бы быть идеально, но китайцы решили реализовать новый режим сна. Они просто уменьшили мощность двигателя почти до нуля. Вроде бы интересное решение. Но попытка встать на моноколесо в этом режиме запросто может привести к падению и травме. Сейчас, насколько я знаю, компания думает о том, чтобы в режиме сна просто блокировать колесо. Посмотрим, к чему это приведет. Фара расположена в самой верхней точке моноколеса, что просто великолепно, и имеет несколько режимов. И вроде бы обещали, что она будет яркой, 1600 люмен, если быть более конструктивным. Ну и тут не сложилось, и причин на то я вижу две. Во-первых, перед ней установлена защитная прозрачная пластина, которая отлично выполняет функцию пылесборника, причем с обеих сторон, что в свою очередь негативно влияет на пропускную способность светового луча.
И если вы решите протереть ее сухой тряпкой, то она, вероятно, поцарапается и в итоге будет еще хуже. Во-вторых, хоть яркость фары вполне сносная, светит она непонятно куда. Очень хочется усиленной подсветки именно дороги перед собой. Но, увы, именно в этом месте я, наоборот, вижу какое-то затемнение. И вот это отсутствие нормального фокуса, я уж не говорю об отсутствии свет-теневой границы, сводит на нет наличие разных режимов фары. Брызговик получился удачным, имеет хороший отступ от колеса и очень ненавязчивый вид. Правда, были жалобы от владельцев, что он иногда отваливается. Как он себя поведет на практике, мне еще предстоит выяснить. Покрышка 18 дюймов в диаметре и шириной 3 дюйма. Должна отлично дополнять работу амортизатора. На мой взгляд, тут все прекрасно. Колесо укомплектовано мотором 2200 Вт, этого должно с запасом хватать для езды со скоростью до 50 км в час. Впрочем, если ваш вес превышает 100 кг, я бы не рекомендовал увлекаться высокими скоростями и резкими ускорениями и торможениями на этом колесе. Производитель заявляет, что колесо подходит для райдеров весом до 120 кг. Аккумулятор на 84 вольта с емкостью 1110 Вт-часов по современным меркам среднячок и точно не соответствует внешнему спортивному облику. Он имеет всего 3 параллели, что поначалу вызывало много споров и негодований. Но секрет его в том, что он собран на элементах 21700, которые способны выдавать более высокий ток. Так что, судя по расчетам, он не должен уступать аккумулятору на элементах 18650. Однако, будьте осторожны при низком заряде. Насколько хватит этого аккумулятора, очень сильно зависит от веса райдера и интенсивности езды. Но забегая наперед скажу, что тест дальности хода я уже отснял и вскоре он появится на канале. В комплекте идет штатное зарядное устройство с разъемом Блинова, позволяющее полностью зарядить аккумулятор за 6 часов. Также в комплекте идет насос высокого давления, инструкции по работе с амортизатором DNM36, руководство пользователя и вставка для накачивания амортизатора. Снизу блоки аккумуляторов крепятся металлической планкой, которую в простонародье назвали сначала вешалкой, а потом и вовсе окрестили трусами. Ее выпирающие углы служат, видимо, для того, чтобы скидывать нерадивого райдера с колеса, если он въехал в яму. В этом случае подвеска сжимается и вешалка цепляется за края впадины, катапультируя своего наездника. Впрочем, поговаривают, что компания Kingsong сжалилась над своими покупателями и в грядущих версиях закруглила края вешалки, оставив им шанс на спасение. Кнопка включения и порты зарядки расположены спереди, и если для первой это логично, то вторые прикрыты очень негерметичной резинкой, которую, кстати, не очень удобно запихивать в посадочные места, и которая при движении в дождь, особенно на высоких скоростях, вполне возможно будет глотать воду. Да и вообще по гидроизоляции этого колеса слишком много вопросов. В InMotion V11, например, добавили второй порт зарядки, чтобы можно было заряжаться с двух зарядных устройств одновременно. А в Kingsong S18 его наоборот убрали и оставили лишь один. Ну, не то чтобы я считаю, что второй порт жизненно необходим, но когда что-то отнимают, это всегда как-то неприятно, согласитесь. Компания Kingsong является общепризнанным лидером по шифровке индикации заряда аккумулятора. В 16S и 18L нужно было остановиться, чтобы посмотреть заряд. На 16X они пошли еще дальше. Если заряда мало, то вам придется еще и слезть с колеса и нагнуться. Ну а в случае с C18 индикация вообще сделана через задний проход. Она расположена в хвостовой фаре, что над амортизатором. Мало того, что это чертовски неудобно, так еще и не особо очевидно. В общем, превзошли сами себя. Приложение также цепляется к телефону по Bluetooth, позволяет смотреть, ограничивать скорость, следить за остатком заряда, калибровать колесо и в целом никакими особыми преимуществами перед сторонними приложениями типа UC World, Darkness Bot и так далее похвастаться не может. Звуковых колонок нет, светодиодной подсветки тоже нет, хотя задняя фара в темное время суток красиво подсвечивает основную гордость этого моноколеса – амортизатор DNM36. Было бы это колесо интересно без него? Не уверен. Как вы видите, придраться есть к чему. И почти все мои упреки заканчиваются тем, что Kingsong все исправит. Ну, когда-нибудь. Поэтому сделать обзор, который будет актуален через некоторое время, задача очень непростая. И вот пришло самое время подвести итоги.
Внешне колесо смотрится весьма эффектно. Подвеска выполнена инновационно и перспективно. И это все, что я нашел привлекательного в этом моноколесе 2020 года. В самых ближайших выпусках я поделюсь своими впечатлениями от езды на данном моноколесе, я сделаю тест дальности хода на одном заряде аккумулятора, а также испытаю подвеску в городских условиях и на бездорожье. И я надеюсь, хоть здесь нас будут ждать приятные сюрпризы. Так что не переключайтесь, скоро увидимся. А за то, что этот и другие обзоры увидели свет, я хотел бы поблагодарить Владимира. Ведь именно он уже традиционно предоставил мне свое моноколесо практически сразу после покупки. Ну и, конечно, пишите свои мнения об этом моноколесе в комментариях. С вами был Анатолич, канал «Чертово колесо». До скорых встреч!